На платформе «Решай» информационного ресурса «Живем на Севере» стартовал очередной опрос, посвященный теме благоустройства территории города. Всероссийский конкурс проектов благоустройства «С чем пойдем?». Напомним, с 2018 года проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С самого начала город Семилиственниц участвует в этом конкурсе с проектом «Благоустройство улицы Первомайской в границах школьной Гагарина». Эта территория неоднократно предлагалась горожанами для создания конкурсного проекта, сообщается на сайте администрации города. В этом году лабытнанги прошли успешно все этапы и стали финалистами, но, к сожалению, для победы не хватило совсем чуть-чуть. Возможно, проработки проекта, возможно, удачи. Тем не менее, главой города Мариной Тресковой принято решение об участии в конкурсе в 2021 году. Мы начинаем работу по подготовке конкурсного проекта, но нам важно мнение жителей города. Для этого и проводится опрос. Респондентам предлагается выбрать один из четырех вариантов участия в конкурсе в 2021 году. Стоит и оставить существующий проект благоустройства пешеходной части улицы Первомайской без изменений. Может, следует доработать проект, ставший финалистом в 2020 году, или разработать новый проект благоустройства бульвара Победы, или необходимо вообще выбрать новую территорию для благоустройства. Голосовать можно ежедневно по 26 марта включительно. Давайте вместе примем решение.